это гороскоп Зурхай на ТВ. Меня зовут Дон Доплома. Сегодня 10 мая, среда, 20 лунный день. День хорош для людей, родившихся в год мыши, коровы, дракона, собаки и свиньи. Очень хорошо в этот день совершать подношения в дацан и ламам, проводить обряды Гулдудудаха, Далгабаха, Жапты, изготовлять лекарственные составы, начинать лечение, приведить невестку, отдавать дочь в невесты, обретать новых друзей, родниться, собирать вещи, брать деньги в долг. День неблагоприятный для людей, родившихся в год змеи и лошади. Не стоит в этот день начинать путешествие, дальнюю поездку, а также покупать домашних животных. Отправляться в дорогу к разочарованию задуманной не получится. Стрижка волос к жажде и голоду. Идите уверенно по направлению к мечте. Живите той жизнью, которую вы сами себе придумали. Абсолютно безопасные, стоят меньше гипсокартона, оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.